Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости нашего канала. Вы на канале «На кухню Любани», а значит, у нас Коля в гостях на нашей кухне. Сегодня у нас очередная вкусняшка. Но для начала я, как всегда, спрошу. Коля, ты с нами? Да, Любаня, с вами. Ты знаешь, сегодня встал пораньше. Думаю, пойду займусь делами по хозяйству. И тут надо же, включили интернет. Коля, ну не волнуйся, ты еще наработаешься. Тут как, день очень длинный. Люба, судя по тому, сколько ты наготовила посуды, то я до своей работы еще долго не доберусь. Доберешься, ничего. Это очень много, так кажется, а вообще делается очень быстро. Дорогие мои, сегодня у нас очередной вкусный, полезный даже десерт. Потому как, знаете, ну сладенького никто не отменял и хочется, да? Ну, вместо конфет, вместо тортика лучше сделать десерт собственными руками. И такой, чтобы был вкусный и полезный. Ну что ж, приступаем. Вот это все, что мы имеем. А там, смотрите сами, что будете иметь вы, это уже на ваше усмотрение. Первым долгом у меня здесь 100-120 грамм вода. Обыкновенная комнатная температура. Фух, напугала, я думал водка. Не-не-не, Коля. 30 грамм желатина быстрорастворимого. Отправляю сюда. Вот. И так вот хорошенько перемешиваем. Пусть он набухает. Хорошо? Вот, есть. Вот так в сторону. Хоть бы за него не забыть. Коля, напомнишь. Далеко ставить не буду. Есть. Теперь, значит, у нас 700 грамм сметаны. Сметану берем любой жирности. У меня сметана 30% и 25%, по-моему. Одна такая. Ну, короче, совместила все. Сейчас я туда добавлю 200 грамм сахара. Можете добавить меньше, это на ваш вкус. И ванильный сахар, 2 пакетика, чтобы было так. Уж если ароматненько, то ароматненько. Отправляю и хорошенько все перемешиваю. Сметанку я пока оставила в сторону, пусть она постоит, ждет. Все перемешала хорошенько, пусть сахар растворится. А мы за это время, значит, у меня форма 25 на 16. 27 на 17. 27 на 17, извините. Господи, Коля, меня сбил. Значит, дно застелила. Вот видите, это разъемная форма. Вот дно. Бока тоже вот так вот хорошенько смазала растительным маслом. И вот это. Сейчас, секундочку. Все так вот застелили, чтобы все было пищевой. Господи, пекарской бумагой. Вы можете взять целлофанчик, что у вас есть. Это для того, чтобы потом было проще доставать наш этот десерт. Есть. Здесь у меня крошку, так сказать, перебита любым удобным для вас способом. Можно ложечкой, можно вот такой толкушечкой, как бабушки наши делали толкушка такая. Ну, они делали такой тортик, но толкушка у бабушек была это точно такая. Люба, крошка из чего? Крошка из печенья. Значит, смотрите, печенье любое берете. Какое у вас есть. Главное, чтобы такое, знаете, было, чтобы хорошо можно было его разомять. Можно положить в кулечек и пройти скалочкой тоже. Ну, любой способ. Здесь у меня 80 грамм сливочного масла растопленного. Отправим крошку и хорошенько все перемешиваем до однородной массы. Потому ждем, я сделаю это очень быстро. Официант, принесите мне что-нибудь, десерт из африканской кухни. Вот воды, что ли? Ничего себе. Ждем? Ждем. Итак, крошечку перемешала. Там, видите, даже кусанчики небольшие из печенька. Ничего страшного. Теперь я высыпаю на дно и хорошенько вот этой толкушечкой притрамбую. Все, Коля, ждем. Ну, мы же хотим посмотреть, как ты будешь трамбовать. Вот, распределю хорошенько. Видишь, как мы двор застилали плиткой. Точно, вот так вот. И начнем трамбовать, пока в мозгах не будет стучать. Ассоциации у тебя шикарные. Ну, потому что я работник, я с семьи работников, работящих людей. Ну, а теперь ждем. Ждем. Итак, основу сделали, хорошенько притрамбовала. Теперь у меня, так как это десерт абрикосовый в основном, мы называем абрикосовый рай, потому что это очень вкусно. Особенно если абрикос сладенький, то это вообще супер. Дорогие мои, смотрите, значит, абрикос приготовила, нарезанный есть, и есть вот такой половинками. Видите, большой колерок абрикос. Но
Я сделала целые, разломала их, да, вот по половиночке. А когда вот померила, то оказывается, вот видите, что форма низенькая. Надо немножко срезать верхушечку. Вот таким вот образом выставляем немножко на расстоянии абрикос. Он хорошенько так, знаете, пристает к этому, к бумаге, короче, вот так вот. К чему там он пристает, понятное дело, что к бумаге. Вот так. И так сейчас везде-везде, где можно только. Итак, дольки абрикос выложили, все, пусть стоят себе тихонечко. Теперь беру набухший желатин, смотрите, вот он, да, и поставлю хоть на водяную баню, девочки, хотя я уже так руку набила, на маленький огонь растапливаем, но не доводим до кипения, только так растопился хорошенько и сразу убираем с огня, потом ждем. Итак, желатин растопился, горячий, но тихонечко помешивая, вот так сейчас буду венчиком, и тоненькой струйкой будем отправлять этот желатин в сметану с сахаром. Как говорят англичане, брак – это долгий, скучный обед, на котором десерт подается на первое. Правда? Ничего себе. Ты как будто бы и в Англии не был. Откуда у тебя такие замашки? Так интернет же включили, Люба. Ага, все понятно. Свет дали, да? Да. Дорогие мои, хорошенько перемешала. Смотрите, вот так вот прям. Везде все соединилось. Теперь уже никуда, Коля, не отходим. Быстро работаем, пока не застыла вот эта наша масса. Да-да-да. Что делаем дальше? А дальше все просто. Беру большую ложку и вот так вот. Я думаю, где-то 2 ложечки. Вот так. Еще чуть-чуть. Отделила. Теперь сюда добавляю. Это у меня сок вишни. Так, на глаз. Сколько можно с малинки размораживала. Делаем вот такой вот, смотрите. Красивое, вот, как сказать. Что оно, Коля, такое? Ты? Угу. Ой, я аккуратненько. Есть. Теперь, сейчас. Абрикос я не буду перемешивать с этой сметанкой, а просто, смотрите, беру вот так аккуратненько, поливаю. Вот. И потом буду, я сейчас быстро один раз покажу, как, Коля, потому ты никуда, хорошо? Так куда же я денусь? Да я ж не знаю, ты ж можешь так сейчас мотнуться, не успею глазом моргнуть. Ну ты помотнешься. Ты уже где-то во дворе. Теперь абрикоску. Вот, выложила вот так вот, смотрите, разные-разные. Здесь даже у меня вон ягодки какие-то попадаются. Все, что было, все сюда, ничего не пропадет. Вот таким образом. И смотрите, у меня есть размороженные. Конечно, я не сторонник в этом тортике размороженных ягод, особенно летом. Но когда так получилось, они замораживались на зиму, но холодильник нас подвел немножко. Потому что у нас тут есть вишенька, есть вот, вот так где-то, видите, без косточек, конечно же. Вот так вот есть. Есть у нас тут и клубнички, кусочки. Короче, оно все будет видно. Все, что есть, все сюда. Для красоты, для такого и для вкуса, конечно. Вот клубничка. Вот таким вот образом положила. Вот. Теперь, вот она, клубника. Вот. Могут мне сказать, Люба, что ты так все руками, надо было ложкой. Дорогие мои, ложка не пойдет, потому что будет жидкость. Мне жидкость не нужна. Теперь я беру и вот этой ложечкой. Вот так вот поливаю вот этим розовеньким. Для узора, для красоты. Полила, половинку вылила. И добавляю белую. И так чередуем. Короче, это уже вы будете смотреть сами, как вам удобно. Вот. Ну, а можно и все сразу? Ну, нежелательно. Даже нет, ну я надеюсь, что не раскрашивать там ничего. Да, да, да. И опять вот так вот сметанкой. Оно сейчас пойдет такие узорчики. Можно потом, знаете, взять палочку. Вот я сейчас сделала. Теперь я возьму палочку. Можно все что угодно. И вот так немножечко вот их, то знаете, вот так вот поразводить. Фантазируйте, дорогие мои. Это все просто-просто и очень вкусно. Для своей семьи можно, знаете, всякую, видите, вот, типа рисуночки поделать. Вот, вот оно будет. Ну, мы ждем. Ждем. Итак, дорогие мои, смотрите, вот так вот разрисовали. Вот, видите? Вот. А там как? Смотрите на ваш вкус. Очень вкусно. Отправляю
хотела сказать, в духовочку, это же без выпечки, в холодильник минимум на 3 часа. Минимум. Можно на ночь, если у вас есть возможность. Я думаю, что у нас возможности не будет. У нас терпения не хватит. Точно, терпения. Потому через 3 часа, как только застынет, если даже раньше, я сразу к вам. Хорошо? Потому ждем. Итак, дорогие наши, прошу 3 часа, больше ждать не стали. Желательно на ночь. Ну, это же желательно. Тут как выдержим, да? Сколько хватит терпения. Дорогие мои, смотрите, вот так вот украсила смородинкой. Украшайте, чем хотите. Теперь, конечно, не знаю, с какой стороны. Сейчас я смородину немножечко вот так подвину, наверное, чтобы она мне не мешала. Вот так вот. Побольше, Коля, резать, да? Да. Пополам. Так, дорогие мои. Режется отличненько. Ой, супер. Слышится прям. Я уже переживать за тебя начинаю. Чего? Что я много съем? Ну, так. Так мало. Вкусненько. Сейчас я аккуратно положу. Выложу, потому что у меня почему-то маленькая ложечка. Сейчас. Вот так вот. Есть. Супер. Дорогие мои, вот в серединке. Но сверху надо еще немножечко затянуться. Я же вам сказала, рановато, Коля. Ну, правильно, наша семья требует. Все, давай. Сейчас покажу вам, как выглядит здесь. Пробовать надо еще. Боже, ну короче. Смотрите, как он в серединке. И как он по бокам там смотрится. Короче, я вам скажу, что это просто вкусно. Я даже не сомневаюсь, сейчас возьму вилочку. Но мне вилочку, знаете, тут не вилочка, тут надо брать хороший кусок, Коля смеется. Ну а что ж ты вилочкой тут грибанешь? Абсолютно ничего. Так, смородину. Коль, ты любишь смородину? Да отлаживай. Я все люблю. Я сейчас вот так вот. Я вам говорю, режется отличненько. Все супер, все хорошо. Вот так вот, смотрите, какой он. Видите? Вот, ну что, еще раз переломаю, потому что в рот чувствую не влезет. У меня ротик не маленький, но вот так вот. Все. Нет слов, Коля. Рассказывай анекдоты. Жена вечером. А шмана в карманы у пьяного мужа возмущенно спрашивает: Миша, ну вот объясни мне, пожалуйста, как можно прогулять всю зарплату за один вечер? Бери деньги, пойдем, покажу. Точно, дорогие мои, очень вкусно, сладенько, класс, класс, вообще супер, смотрите. Люба, хватит хвалиться, давай закругляться. Дорогие мои, готовьте. Я вам скажу, что это очень быстро, вы сами видели. Быстро, вкусно, особенно если вы на даче, фрукты какие у вас есть, украшайте, как вам нравится. Ну, короче, все, что хотите, то и делайте. Главное, я вам показала, как делаю я, а вы уже экспериментируйте. Желательно, конечно, хотелось, чтобы присылали свои фото, но, к сожалению, этого нет. Ну что ж, ну хотя бы пишите отзывы. Заходите на наш канал, подписывайтесь, ставьте лайк, если не жалко, пишите комментарии. А самое главное, дорогие наши, будьте все здоровы. Будьте все счастливы, мирного неба и вам, и нам, и всему-всему миру. Мы вас всех обнимаем и всегда ждем. До свидания!